Как ты вообще согласился на это? У меня вариантов не было. Неплохо. Подтягивай. Не, ну было бы очень круто, если бы ты работал. Намолаживай. Всем привет, меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в моей студии супер гость. Встречайте! В общем, встречайте, Денис Олегович. Поздоровайся. Здравствуйте. Фокс. Зая. В общем, сегодня я буду тестировать различные бьюти-товары из магазина Fix Price. У меня здесь есть целый пакет различной непонятной фигни из этого магазина, которую мы сейчас с вами и протестируем, да? Как ты вообще согласился на это? И начну я с крема для депиляции. Да, Зая. И начну я с крема. Вырежешь потом, просто я как покажу все, не буду разговаривать. И начну я с крема для депиляции. Ну, в общем, вот как-то так он выглядит. И наносить я его буду, знаешь, на какую часть тела тебе? Давай угадай нас. Куда ты думаешь, я его буду тебе наносить? На руку. Как ты догадался? Только что сказал. Да. Крем называется 9 в 1. Масло какао, масло манго, витамин Е. Есть способ. Способ. Нет. 9 в 1. Оставьте на коже на 10-15 минут. Вот именно поэтому я его сейчас и буду тестировать. То есть мы тебе его сейчас на руку намажем. Куда ты хочешь? Вот сюда нанести? Давай на ноги шлепнем. Да как ты ноги будешь задирать, что ли? Все, покажи, что я намазала. Вот так это приблизительно выглядит. Да. Так. Тон естественный. Равномерно намазали. Должно пахнуть яйцами испорченными тухами. Потому что не всегда такой нет. Масло какао, масло манго, витамин Е, не забывай. Волосы сразу опадут. 15 минут надо ждать. В общем, пока мы ждем 15 минут до того момента, пока у Дениса выпадут все волосы с руки, мы продолжаем тестировать следующие товары. И следующее на очереди у меня идет набор блеск тату. Здесь идет 3 цвета различных блесток и различные трафареты, аж целых 6 штук. Вот. Ты готов? Куда да. будем наносить? На руку. Почему на руку, хотел на щеку? Такие трафареты есть у меня в комплекте, наверное. Это не надо было говорить, да? Да, Зая, хватит. Розового. Это не бабка, но какой-то есть. Ну, паук какой-то, корона, сердечко и бабочка. Ну, бабочка точно отпадает. Да, бабочка, ну жопу. Ну, сюда солнышко. Солнышко? Колени солнышко на щеку. Ответственный момент. А, блин, там же вода, походу, еще нужна. Водичка. Как бы все нормальные люди с помощью губки это делают. Ну, ладно. О, нифига, она прям отпечаталась. О, ты не видишь, а я вижу. Я не вижу нифига. Офигеть, прикольно. А, очень красиво. Там ничего не видно. Вообще ничего не видно. Да, ну прикольно, ну ничего не видно. Давай еще сделаем что-нибудь. Нифига, мне просто Остин заморала, блин. Реклама, ссылочка в описании. Вот сейчас полки. Качественные. Да нету их там. Вот что за фигня в итоге получилось. Подожди, она не сфокусировалась. Чудо, солнышко. Она отмоется? Да, конечно, это же блестки. Она тестируется? Да, конечно, ты чё? Я бьюти-блогер буду. Да, ты будешь как бьюти-блогер ходить. Ты не могла аккуратненько это нанести, это все дело, нет? Нет, я их сдула же вот так. Давай, и они понятно. Разлетелись. Блин, Зая! Чё? Ты чё, крем-то... Я ничего не делал, ты чё гонишь? Нормально все. Стрижка для волос. Ну, по времени. Далее у нас идет машинка для стрижки волос в носу и ушах. В ушах тоже будем брить? У меня в ушах не было. Уверен? Реально нет. Че, уже побрил? Я боюсь. А насадка-то зачем? Какая? Вот это. Просто ее закрывать? Это просто крышка. Такое вообще законно делать?
У тебя там нет волос. Нет, походу есть. Какой-то изоляцией воняет, чувствуешь? Там нет ничего. Зая, как тебе ощущения? Все? Унизительные ощущения. Унизительные? Да. Эта штука действительно работает, тебе понравилось? Очень. Давай крем показывай, что у тебя там с кремом. Я его не смазал. Да ты, блин, уже прошло, короче, дофига времени. Реально волосы, прикинь, прикинь, работай. Смотрите, реально волосы. Эта фигня действительно работает. Слушай, может тебя всего продепилировать? Покажи свою лысую руку. Вот, смотрите, тут прям лысня. Подожди, вот, да, офигеть. Ты жертвуешь собой. Ради моих тестов. А, это жесть вообще. Реально. Давай тут на спине. Давай мне надо пальцы намазать. Давай потом видео снимаем. Пока видео снимаем, можно и пальцы продепилировать. Три в одном. Приятное спаление. Далее у нас идет сыворотка для лица, которая омолаживает, утягивает, затягивает. В общем, делает все возможное, что только можно за 55 рублей. С коллагеном и эластаном. 5 ампул по 2,5 миллилитра. Я боюсь это на себе пробовать, поэтому мне и стыд. Смотрите, как это выглядит без упаковки. Вот такие вот ампулы очень похожи на какие-то медицинские, Зая. Ну, борода не выпадет? Не знаю. Игорь Синяк номер 2. Размазывай тщательно. Мне нравится. Да стой. Че как дебил? Ну реально. Не щипит? У тебя какие-нибудь ощущения ощущаешь? Ощущения ощущаю, да. Что-нибудь происходит вообще, нет? Да, ощущения какие-то ощущения. В общем, следующий товар это... Вот такая вот штука для филировки волос. Я ее уже когда-то испробовала на себе, и ты дико ржал, что я себе половину волос отрезала. Теперь пришло время мстить тебе. Вон на руке попробуй, потому что там нету. Вы готовы? Ты готов? Дети, вы готовы? Да, капитан? Я тебя пофилировала. Она отрезает просто. Да, она просто, я не знаю, она что должна делать, но она реально, он просто ему клок волос вырезал. В общем, товар рабочий, советую к покупке, только вы без волос останетесь. Че делаешь? Фу, я волосы. Просто вообще мега-мега-пупер интересное. Это набор для макияжа бровей. Здесь идут трафареты и кисточка для макияжа. Я тебе сейчас буду делать идеальные брови. Но они у тебя и так идеальные, куда еще идеальные. Тут даже есть размер S, M, L. Смотри, твой какой размер? XL. XL нету. Давай тебе L тогда хотя бы, самую большую. Да S-ку берешь на маленькую, у тебя бровь даже больше, чем это. Зая. Как надо делать? Она сами это должны делать? Да, это сами вообще-то люди делают. А как цепляется оно? Никак, рукой держишь. Скотч? Вообще, как это делают люди, я не понимаю. Рисую. Да и блин, я хотела красиво нарисовать, чё, как Чухан что ли будешь? Вот, вот так вот держи. Блин, у тебя брови идеальные, зачем тебе вот это делать? Вот так вот держи, на. Честно сказать, это ужасно. Тебе своя бровь была намного лучше. Смотри. Ну сейчас я вторую сделаю тебе только, ладно, что ты будешь с одной сидеть.
Да сделай одну и все. Не, давай. А что ты будешь как идиот с одной бровью сидеть? Я вот так вот сидел. Ну, зая. Не видно было, что на стороне пока что. Ага, у тебя вот эта вся сторона рабочая, да? Тут и татушка. Я рабочей стороной работаю. И татушка, и это. Я сделала вторую бровь, и это выглядит ужасно немного. Ты теперь вах-вах. Красавчик. Вообще ужасно. Слушай, так последнее, что осталось-то, это вообще... Ну, я тебя сегодня просто полностью прокачаю. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ногти? Да. Че, накладные ногти. Какие? Накладные. В общем, накладные ногти, я вам забыла показать, вот таким образом они выглядят. Я маникюр не сделал. На правой работе. Одни эмоции, других слов нет. Как бабы ходят этим говном? А, это ужасно, унизительно. Ты не говорила мне про ногти? Это был сюрприз. Это жизнь вообще. И ты же ходишь в парк с этими ногтями? Да. С ногтями. Давай. На работе? Ну. Прикинь, если мужики на работе увидят. Рубануть с колена сразу. Уволят? Уволят. Маша, как тебе мои ногти? Ура! По-моему, это идеально. Красивые сосисоны. А прикинь, как попу вытирать ими. Как вытирать? Ну, чё? Видео подходит к концу. Ну что, ребят, на это видео наконец-таки подходит к концу. Я уже не могу этого уже снимать. Ставьте большие пальчики вверх за смелость моего ассистента на сегодняшний день, за его вот эти вот шикарные просто офигенные брови, за вот эту вот прелестную татуировку, за то, что он лишился части своих волос на руке и тому подобного. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, просто нажимайте на красную кнопочку там внизу. Ну а на сегодня это все, обязательно комментируйте это видео. Всем пока! Пока! Пока!